Так, всем привет, ребята. Решил я, короче, пройти тесты. Тут их дофигища накачал. Вот сегодня первый будем проходить. Это тест «Легко ли с вами?». Так, «Легко ли с вами?», да? Ага, вот старт, значит, сначала не заметил. Так, рассматриваете ли вы фирменные этикетки на одежде других людей? Да, честно говоря, нет. Станете ли вы переодеваться, чтобы сбегать в ближайший к дому магазин? Да, да, это есть такое у меня. Нормально ли вы себя чувствуете, если общаетесь с людьми беднее вас? Да, конечно. Стараетесь ли вы на торжественном обеде выбирать только знакомые блюда, не зная, что и как надо есть? Не, я, кстати, люблю экспериментировать, хавать чем-нибудь такое, чем когда не ел еще, наоборот, я такое люблю. Стесняетесь ли вы своего друга, если он одет грязно и неопрятно? Наверное, да. Хотя нет, не стесняюсь. Если вы выбрасываете удобную одежду, если она выглядит поношенной. Да не, я вообще одежду не выбрасываю, у меня вон есть колготки, я в них еще в детстве ходил в садик, до сих пор лежат, я думаю, там на всякий случай, мало ли, вдруг когда-нибудь пригодятся. Бывает ли вам стыдно за свой внешний вид? Нет. У вас есть парадная одежда? Нет. Случалось ли вам стыдиться своего происхождения? Нет. Хотите ли вы получить хорошее образование? Я его уже получил. Готовы ли вы потратить последние деньги, чтобы роскошно отдохнуть? Ну, пожалуй, да. Случается ли вам, отвечая по телефону, продавать своему голосу высокомерные нотки? Придавать своему голосу высокомерные нотки? Да нет. Нравится ли вам знакомиться со знаменитыми или богатыми личностями? Это вопросы конченые, честно говоря, да. Хотите ли вы, чтобы у вас был личный шофер? Да нет, пожалуй. Говорите ли вы кому-нибудь неправду о своем происхождении, родителей или богатстве? Нет. О, в любом окружении вы чувствуете себя хорошо, легко общаетесь с теми, что стоит гораздо выше по социальной лестнице, потому что не придаете этому большого значения. О, чуваки, как сейчас оно легко оказывает, поняли? Ништяк. Ну все, спасибо, короче, за просмотры. Давайте, пока.